Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы будем продолжать прокачивать наших покемонов, да. А нужно нам сейчас прокачать, вот, есть у нас Литвик Шайни, да, есть у нас Чанси, есть у нас Кабуто, наконец-то мы его нашли. А давненько, ребят, о, кстати, у нас уже и алтарь из Запдуса, сейчас мы вот это все сделаем. Так, давненько мы не играли, действительно, вот тут. И сейчас что мне нужно? Сначала давайте вот это все раскладим по сундукам, чтобы просто-напросто вот тут в инвентаре у нас не валялось. Да, так, что мы тут можем поставить? И еще что-то... Нет, сюда больше нифига. Сюда давайте еще поставим вот это и вот это. Да, больше вот так. У нас 7 мастерболов, охренеть. А, ну, в принципе, да. Мы же в шахту пошли одну серию, и за одну серию надыбали себе 50 алмазов с помощью этой кирки, да. Шел за самым главным, да, я забыл его взять. Это штучка для эволюции. Чанси, да. Возьмем мы ее и пойдем ее прокачивать, да. Так. Сейчас. Орб. Так, он у нас уже есть. И давайте пойдем куда-то, например, куда-то вот сюда. Я же забыл, что вот тут иногда выкидывает, да, то есть из-за лагов. Вот этой самой как бы покерадара, да, иногда оно бывает крашится, но по идее остров где-то вот тут должен быть. Наконец-то я его нашел, вот он. Как давно мы тут не были, ребята, офигеть, как давно мы тут не были. Так, ну что, начинаем, ребят, прокачивать. Ой, да кого я не тот? Твою же мать. Ладно, сейчас мы тебя... так. Да, случайно. Ладно. Упс, нифига себе, сколько уровней. Ну, в принципе, Литвик был же 45 уровень, стал 9... Был 5 уровень, стал 19. Охренеть. Так. Чтобы домой просто не идти, не лечить покемонов, так как одного убили, да, сейчас мы просто вот так вылечим тут. Офигеть, был 5 уровень, стал 19. А сейчас 20, ну, в принципе, нормально. Так, ну, сейчас, ребят, нам нужно прокачивать орб, это самое главное, чтобы уже наконец-то вызвать, вызвать уже Запдуса наконец-то. И плюс к тому, иди-ка ты уже сюда. Нам, в принципе, сейчас любых покемонов нужно убивать, чтобы вызвать Запдуса, и, в принципе, можно его будет уже словить. По поводу Граудона, это тоже нужно будет, наверное, попариться, поискать его, потому что просто-напросто хрен, сколько я уже его искал, а хрен нашел, потому что, в принципе, ни хрена он не спавнится. Так, ну, в принципе, самое главное сейчас это прокачать хотя бы вот этот орб, который, в принципе, не очень так быстренько качается, да? На котором нужно немного так постараться и прокачать. Так. Ну, чё там, давай. Так, сейчас. Как я уже, ребят, новую версию... Ну, не то, что как бы я уже, ребят, новую версию хотел бы они там дерутся... Пиксельмона, но, в принципе, хотел бы, чтобы она хотя бы немного побыстрее вышла, так как, в принципе, как я понял, еще вообще никто не знает, когда она выйдет, новая версия Пиксельмона. Они, если честно, вообще не объявляют, не говорят и даже не пытаются что-то там сказать, хотя бы представить, предположить, да, когда она выйдет. Ну, я бы, в принципе... То, что я бы... Ну, я так думаю, ребятам уже много всякого добавили, всякой новой. Можно сказать... Ну, я так думаю, да, не можно сказать, я так думаю, что Харе, ну, уже так задрали, вот это каждый раз повторять, столько их тут, и... то, что...
Нормально там так покемонам добавили, наверное. И это, в принципе, отлично. О, вот там еще сейчас. Вот того нам еще нужно словить. Давайте пойдем-ка мы вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот. Опять нужно тпшиться вот сюда. Так, я думал. Ладно, Райдон, ты тоже сгодишься, чтобы тебя убить. Так, ну давайте обратно сюда пойдем. Так, там покемон-босс, но он в земле, и он уже пропал. Ладно. В принципе, ребят, действительно, нам сейчас просто нужно любых покемонов убивать, даже не то, что каких-то больших уровней, а можно сказать любых, потому что, в принципе, нужно нам и так прокачивать. О, орб, да, Оша, вот, кстати, вот там. Ну, в принципе, ты уже у нас есть, и ты в бою, поэтому давайте на кого-то другого мы пойдем. Так, Сквиртл. Так, ну куча тут, да, да чё вы же все в бою-то? Да, это уже кончилось. Так, иди-ка ты вот сюда. Ну чё там, орб, хотя бы чуть-чуть, ну чуть-чуть ты там не заполнился. Не могу сказать, ребята, может кто-то там что-то рассмотрит, да, но я не могу не сказать, что там... Что-то видно. Так. Давайте-ка мы пойдем. Опять вот эти в бою. Давайте мы вот этого убьем. Вот этого. О, сейчас. Мы пришли сюда. У нас был 15 уровень. Сейчас у нас 20 уровень. То есть за покемонов уровни дают, да? Не, ну, в принципе, я это знал, но как-то не то, что, можно сказать, не очень так обращал внимание на это. Я думал, может, за некоторых там дает каких-то очень больших уровней, или там боссов, или еще кого-то. Оказывается, оно за всех дает. И, в принципе, нормально так дает, ребята. Так, ну чё там? Орб, ну чуть-чуть хотя бы поднимись, ну чуть-чуть. Так. Давайте качаем. Литвик 29, Ченси. Твои. Да. Я же забыл, что Ченси нужно, что у нее не экспешер, а ее нужно вот так качать. Охренеть, вот я затупил. Это я забыл, ребят. Я просто такой, знаете, смотрю. Извиняюсь. Как Ченси была 19 уровень, так она и сейчас 19. Просто не понял, что такое. Ну давай, ну там же покемон босс был, а тебя хрен ударишь. Ну чё ты такой, сейчас я Генгара возьму, вот он сразу умер. покемон босс, ух, красный, давай, Ченси, ты 20 уровень. Сейчас ты будешь там какой-то... не убей, паскуда. Ладно, сейчас мы отомстим. Еще один удар тебе. Нахрен. Зато другим. Ух. 4 алмазика. Ну, в принципе, сейчас они не так уж и нужны, можно сказать. Хотя по поводу шайни, да. Ну хотя, ребят, сколько у нас уже шайни есть? Это капут, ребят, сколько мы уже шайни понаходили. Так. Ну. Ребят, я чуть не замечаю, что орб хотя бы чуть-чуть прокачался, хотя бы миллиметр, да, да, там что-то видно. Фигера, знает, ребята, что там с этим орбом? Орб, нет, еще пока что незаметно, ребята. А, ладно. Так. Вот забыл посмотреть, каких покемонов нам не хватает. Приблизительно 30 чем-то штук нам не хватает. Так, вот давай тебя. Тебя. Иди-ка ты вот сюда. Так, и давай-ка ты тоже. Так.
И, в принципе, можно, наверное, все-таки домой пойти, потому что темно, ни хрена, можно сказать, не видно, и нужно пробежаться домой, 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 домой. 21 уровень с половиной, почти что 22. Так, они там в бою, а вот ты. Ладно, сейчас мы... О, попали, попали. Давай, давай. Так. Нет, ребят, не могу я рассмотреть. Идем-ка мы домой. Подспим. Главное, не выкинь, пожалуйста. Вот, там куча Пикачу. Это Пикачу? Вроде... Да, да, да. Так, давайте посмотрим, может там какие-то есть большие уровни? 39. Так. Точно, 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 точно. А ну, оно обновляется, орб. Вот, обновляется. Уже чуть нет. Не могу точно сказать, есть там что-то или нет. А, ну ладно. Пойдем-ка мы поспим. Чтобы было светло, было все видно. Пойдем, пойдем, пойдем. Так. Спим, ребята. Как будто 29 уровень. Уже, ребята. Или твик 32, офигеть. Так, ну что, идем мы обратно вот сюда. И продолжаем мы прокачивать наших покемонов, а также орб. Давай, давай. Так, иди-ка и ты сюда. Сейчас посмотрим. Ну пока что давай еще пару уровней прокачаем. Ну иди сюда, ну иди сюда. Ну иди, а, он в бою, зараза, зараза. Так. И ты. Сейчас мы тебя забабахаем. Так, давайте еще пару уровней в Ченти прокачаем. Так. О, еще один уровень. Да-да, Драгонер там, или Дратини. Офигеть, оно так видно с этими шейдерами. Всех покемонов в воде видно. Ну, почти как бы всех, но... Так, ну что, пробежимся туда. А вот так нифига не видно, только вот так. О, это кто тут у нас такой? Это кто тут у нас? Это у нас Дратини. Это что еще за хрень? Куда ты так, Шумахер? Даже не то, что Шумахер, а какой-то истребитель, твою мать. Сидел там и за секунду просто-напросто умчался так, что хрен словишь. О, ну иди-ка ты сюда. Все, пропал. Вот зараза. А вот Тентакула... Только ты не улетай куда-то очень так быстро. Тентакул, Тентакул. Его нам тоже нужно словить. Его у нас нету. Попытаемся хотя бы его словить. Давайте кем-то другим. Попробуем хотя бы его разочек так стукнуть. Стукнули! Ладно, потом может как-то словим. Так, ну чё? Так, ну сколько там у тебя вот этого? 60! Офигеть, да столько тебе уже уровней прокачали. Нет, немного, в принципе. 8? Мы вроде 8 уровней прокачали. Ну, хотя это и так нормально. Вот, не могу сказать, ребят, что-то там появилось, нет. Сейчас, давайте еще, может,
Может, быстренько еще поубиваем. Хотя бы тут не знаю, сколько покемонов. Ну, такое нормальное количество. А по поводу... По поводу Ченси, мы его, наверное, потом прокачаем или с помощью Раркинги. Или, например... когда боссы будут, да? Сейчас давайте быстренько так прокачаем орб, если получится хотя бы посмотреть, что он действительно там что-то заполняется. Так. Так. Давайте быстренько. Так. И давайте еще вот... О! Вот. Сейчас я не уверен, ребята, но там уже что-то желтеет, можно и так сказать. Ну, мне так кажется, по крайней мере, мне так кажется. Давайте сейчас посмотрим. Ну, да. Я все-таки думаю, что да. Что там, да, уже видно. Так. Давайте. Еще может чуть-чуть, если получится прокачать. Ну, капут, много, очень много боссов нужно убить. Покемонов, да? Чтобы прокачать орб. Так, идем в бою, заразы. Так. Так. И давайте еще парочку. 24 уровень, ребята. Так. Ну что, еще получится хотя бы немного прокачать. Так. Ну, я думаю, что, в принципе, да. Все, ну, как бы уже видно, да, что оно там прокачивается. Давайте еще немного прокачаем. Ну, как бы, не то, что еще немного, нам нужно это прокачать, по крайней мере. О, босик. Да твой... Не убей, Ченси, не убей. Ох, хотя бы не убил. Так. Отлично. И давайте пойдем обратно вот сюда. Так. Еще чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть. На каком-то уровне как будто эволюционирует, я не помню. Так же, как и Литвик. Ну, вроде где-то на 40-40 чем-то там. 25 уровень. И нужно отремонтировать кирку. Не кирку, а лопату, так как она уже, в принципе, почти что поломана, так как мы искали фосил, да. Ну, нам еще как бы один фосил нужно и так найти, поэтому нужно ее отремонтировать. Ну иди сюда, Сквиртл. Ну, Сквиртл. Так, ты тоже. Мьюту тут вообще. Так, тут еще один был, но уже испарился. Так. Ну, давайте еще немного. Еще немного прокачаем. Вот то, что я не помню, есть ли у нас в компьютере покемоны, которые как бы еще нужно прокачать, или может там уже не осталось, что как бы нужно новых ловить, да? Это я не помню, ребят, нужно будет посмотреть. Так. И да, ребят, там уже нормально так заполнилось. Сейчас мы еще парочку убьем тут больших уровней и прокачаемся. Так. Ну, в принципе, так я и знал, что он сейчас использует. Вот. Что мы попасть по нему не можем или что? Вот, отлично. Так. Ну да ты ж. Так. И еще парочку можно. Литвик 36 уровень. Нормально мы ему так прокачали. Ух, Мью заспанился опять.
Ладно. Давайте проверим. Нет, не то, что проверим, действительно ли тут есть Мью, а проверим, а вдруг Шайни. А прикиньте, если бы Мью Шайни заспанился. Ну, как, в принципе, это возможно, я так думаю. Ну, как бы понятно, но какой шанс, что он заспанится? Ладно, ребят. Идем мы домой, 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 домой. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас там есть. Кого мы можем прокачать? Нет. Че, у нас никого нету, ребята. Одна Иви, что есть. Это кто у нас? Нет, это Шайни. И все. Вот мы словили Хитмон. Нет, никого нету, ребята. У нас одна Иви осталась. И вот эти три покемона, которые у нас сейчас есть. О, это кто там? А, Пикачу. Поэтому, ребята, нужно все-таки нам... Ой, тун-тун-тун-тун. Нужно нам, ребята, ловить покемонов. В принципе, есть там у меня где-то покемон... Ну, каких покемонов нам не хватает, да, в принципе. Нам более-менее так нужно охотиться за Иви, то есть... Их у нас еще нету, так штук 4, сколько их там еще осталось, я не помню. Но их у нас нету. Поэтому нужно их ловить. Да. В принципе, ребят, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем ставить лайки, ребята. Если наберется 100 лайков на этой серии, то новая серия выйдет сразу же. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.